у Народного фронта. Они понимают, что это награбленное, эти миллиарды долларов, награбленные мафией Яценюка, нужно будет после новых выборов в парламент, а они все равно будут, что бы мы тут ни говорили, как-то защитить, потому что придет новая власть и будет крутить уши кролику Яценюку. Он должен попасть в парламент хотя бы с 5% поддержки граждан. Где это поле? Юго-Восток? Нет. Центральная Украина? Его там ну просто съедят и жарят, на центральном, особенно в Полтаве, в Полтавской области. А, может быть, Западная Украина? Здесь вопрос. Я считаю, что они продумали четкий план, как отобрать у правых голоса, например, у Свободы, у правого сектора, у тех, кто придерживается националистических взглядов. И теперь играет в национализм. Но этого не выйдет. Он продал Крым, этот подонок продал Крым, этот подонок продал Донбасс. Мы ему больше не дадим торговать Украиной. Андрей.